Всем привет, друзья! Меня зовут Арина, и вы попали на мой канал Мики Чан. И сегодня я хочу рассказать, как я сделала вот эту прелесть. Красота, видно. Вот. В один из дней я решила... Вообще, изначально у меня висели с того края высоко плакатики, и с того некоторые, типа таких, только цветные картинки с аниме. В один из дней мне это надоело. Я нашла оставшуюся бумагу А3 и заклеила низ. Вот. Это как бы все листами. То есть вот. Ба-бам! Раскрываю свои тайны. Ой, тихо. Тихо. Вот. Значит, заклеила я. Вот здесь вот, до конца, короче, заклеила. А на следующий день села за компьютер вечером и начала печатать себе, копировать в Word картинки аниме черно-белые. Вот. Сейчас даже покажу, какие у меня остались еще. Все, что осталось. Вот, значит, и на следующий день взяла флешку, взяла 100 рублей и пошла в печать распечатать себе 27 листов. 27 листов стоило 135, получается, рублей. Ну, так получилось, что в Word я не убрала один белый лист. Я распечатала за 140, потому что еще за лист за белый переплатила, который тоже мне распечатали. Вот. Значит, у меня еще с прошлой стены, с прошлого раза остались цветные картинки. Правда, здесь не все, так это рисунки. Вот у меня с прошлой, что раньше висело. Замечу, да зай, сами юнбу. Вот, такая вот красота. А вот что уже, в принципе, осталось. Такой вот лист Сахирао. Еще. Так. Блин, не приклеилось. А, нет, не приклеилось. Такой лист Сахирао. И три листа, которые я сильно очень увеличила, и они получились пиксельные. Это вот для этого чувачка мне очень жалко, он прям... Хорошенький был такой, да, пиксельный. А это просто поплыло, и тут ничего не видно. Вот, ну и, в принципе, распечатала и пришла домой. Начала все это вешать на стенку. И, в общем-то, такая прелесть у меня получилась. Еще там, около зеркала, у меня картинки. Сейчас все вам подробно покажу. Идти с самого начала, то вот так вот. Вот здесь, кстати, я некоторые изъяны тоже заклеивала наклейками и ахикау девочками. Так. А дальше, получается, идет угол. Здесь я тоже продолжу белыми, а три листами. Вот, дальше такие картиночки идут уже. Здесь, видите... Разница вот во столько. Я сначала хотела повесить вот такие вот картинки, но потом еще и остальные тоже довесила, подрезав их. Наруто, манга. В общем-то, к стене, где зеркало. Вот оно, кстати, зеркало. Здесь у нас календарь с мышкой и хентай. С другой стороны зеркала лист манги Наруто. На рабочее место изначально был вот этот вот цветной такой упаковочная бумага. Но я сюда еще сняла со стенки и повесила вот некоторых картиночек. Вот, как-то так. Композиции вместе это выглядит вот так. Красота. Красота.
Вот, как-то так. Если вы хотите сделать себе такую жестянку, то, пожалуйста, просто сбивайте, получается, себе в интернете, копируйте картинки в Word, скачиваете на флешку и идете печатаете. И обклеиваете себе стенку. Всем спасибо за внимание, с вами была я, Арина. Вы были на канале Мики Чан. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!